11 апреля отмечается Всемирный день анимешника. В этом международном празднике участвуют актеры, художники, поклонники аниме и люди, которые увлекаются этим видом искусства. Это неформальное событие проводится с энтузиастами с целью популяризации аниме и развития культуры японской мультипликации. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Аниме – большой пласт японской культуры. Если во всем мире анимационные фильмы и сериалы снимают, как правило, по мотивам игровых фильмов, то в Японии аниме является первичным жанром, который влияет на остальные. По мотивам аниме снимаются фильмы, клипы и даже проводятся тематические вечеринки. Мы решили узнать у тверичан, что они знают об аниме и что привлекает их в этом направлении. Парочку смотрела аниме «Хаяо Миядзаки». Вот, новое, например, которое вышло сейчас, жду его, хочу посмотреть. Что вас привлекает? Рисовка у него, по крайней мере. Другие, некоторые детские какие-то, слишком кажутся. Не, я ничего не знаю даже. Племянница у меня, может быть, если заинтересуется, тогда может быть и я, чтобы что-то там подарить, купить, а так нет. Сейчас в целом популярна азиатская культура, и аниме как раз пришло оттуда и стало более популярным. Разнообразие жанров. И в целом рисовка очень разная, от приключений до романтики. Аниме, не знаю, что такое. Интересный сюжет, в принципе, мне нравится исекай и цепляет. Наверное, сюжетом, неожиданными моментами и рисовкой. Только 3D не нравится. Как давно смотришь аниме? 7 лет. Да, смотрю с 5 лет. Оригинальный сюжет. Думаю, аниме же японское, и нам... Через аниме показывают их культуру, их быт. И мне нравится смотреть, как живут другие страны. Как оказалось, большинство опрошенных нами тверичан в той или иной мере интересуются аниме-культурой. В основном, правда, это молодые люди. А вот старшее поколение зачастую не смотрит японскую мультипликацию и не видит в ней ничего привлекательного. По мнению исследователей, это связано с разным, так сказать, мульт-контентом, на котором росли поколения, например, 70-х или 2000-х годов. Старшее поколение привыкло к более вдумчивым, спокойным и размеренным картинам с назидательной составляющей, в то время, когда современных детей привлекают яркие, динамичные и запоминающиеся мультики, в которых при этом зачастую трудно выделить какой-то воспитательный момент. В этом есть как плюсы, так и минусы. Например, короткие ролики формируют быструю реакцию на происходящее, но при этом теряется анализ и оценка действий героев. А также из-за популярности зарубежных картин теряются традиционные отечественные герои, которые учили детей доброму и светлому. А ведь в нынешнее время свои герои необходимы, чтобы поддерживать традиции и ценности, принятые в нашем обществе, и многие родители стремятся, во-первых, ограничить время, которое их чадо проводит перед экранами, а во-вторых, целенаправленно находят каналы, которые демонстрируют старые добрые мультики, на которых выросло не одно поколение в нашей стране. Тогда, глядишь, и вместо японских героев аниме в моду снова войдут наши жар-птицы, чудо-богатыри и Василисы прекрасные.